Леди и джентльмены, прямо сейчас мы присутствуем в самом центре Екатеринбурга, торговый центр Успенский и сеть фитнес-клубов Bright Fit. Совсем скоро из этой двери будут выходить те люди, которые провели сегодня полуторачасовой мастер-класс, именно актерский мастер-класс. Поэтому прямо сейчас мы готовы завалить их своими заданиями, посмотрим, насколько ловко они выкрутятся из заданных ситуаций. Поехали! Что понравилось тебе на мастер-классе? Все понравилось. Антоша сам понравился. Нормально. Поменяла бы своего на его. Некого менять. Уже есть. Do you speak English? Yes, I do. And what about you? I'm well done. I speak English. Полгода занимаюсь английским, хоть бы хны. What is your name? How are you? My name is Julia. I'm fine, and you? Wi-Fi and you? Что вынесли с мастер-класса? Что не нужно стесняться, да? Покажите, как вы не стесняетесь. Я все равно стесняюсь. Хотели бы всегда быть раскрепощенной? Ну, может быть, иногда. Не только в клубах, когда... Вот так вот, да? Ну, я видел просто пару раз. Ну, хорошо. Как звали мастер-классера? Антон. А фамилия? Прохоров. Куда пошла? Еще обратно. Иди сюда. Как зовут? Ирина. Оператор? Прохор. Офигеть. Что самое ценное вынесли с мастер-класса? Девчонки, как оно? Отлично. Что самое интересное было на мастер-классе? Импровизация. А как зовут вас? Регина. А ее? Да, как тебя зовут? Я не знакомая. Коктейль хотите? Протеиновый. Обязательно. Мы только его и пьем. Только его. А пресс качаете? Качаем. Реген, ты такая маленькая? Я. Всегда такая? Всегда. Что самое ценное вынесли с мастер-класса? Не бояться. Кого? Сцены. И оператора, да? Да, не прятаться. Микки кто? Маус. А почему рыбка? Потому что рыбка золотая. Логика железная. Так, заткнулся? Как давно вы вместе? Ой, очень давно. 4 года. Он давно на героине? Так сразу. Поэтому, собственно. Скажите, что последний месяц у вас было самое спонтанно позитивно удивительное? Ой. Когда я был в комнате, из шкафа вышел Егор, это было очень... За ним вышла Диана и Альбина. В эту ночь вы поняли, что героине не так уж и плохо, да? Особенно, если он продается в банке Синта-6 и мешается с молоком. Синта-6 и иные... Как бы добавки. Тебе надо делать добавки. Вот так вот. Синта 6. Принимайте. Как давно вы принимаете участие в наших соревнованиях? 2 месяца. 3. Что сейчас прорабатываете? Какую группу мышц? Все. Все ягодичные. Все свои ягодичные решили проработать. Степан, вы не могли бы показать нам 3 свои самые любимые пляжнические позы? Отлично, извини. Ну все, дальше. А, все, было 3, да? Отлично. Вы уже позировку проходили? Вчера. Но можно меня сильно не палить? Попросили не палить просто. Первая поза. Вторая. И третья. Модельное агентство Bright Fit представляет самых сочных, аппетитных и профессиональных моделей выпуска 2017 года. Самая главная фишка школы модельного бизнеса Bright Fit – это походка. Зина, Клара, Дима, Наташа и Евгения покажут вам, как нужно правильно двигать бедрами на нашем подиуме. Девчонки, поехали под музыку. А теперь фраза, которую мы репетировали. Первое слово начинается на букву F, второе слово на букву B. Фитнес-баттл, 1, 2, 3. Фитнес-баттл! Bright Fit. Bright Fit! Я победительница, все вместе, 1, 2, 3. Я победительница!
Поведай нам, пожалуйста, насколько плодотворно, по-твоему, прошел сегодняшний мастер-класс? Андрюха, я реально ждал, когда ты придешь. Я постоянно глядел в сторону двери. Приготовил все самое интересное к твоему приходу, но ты не шел, не шел, не шел, не шел. И вот тот момент, когда девчонкам нужно было снимать верх, то я просто провел до твоего прихода. Этот человек был здесь и знает, что ты сейчас наговариваешь все. Насколько сложно вообще проводить мастер-классы актерские? Это на самом деле здорово, классно. Я очень люблю это делать, очень люблю людям показывать какие-то приемы актерской игры. Да. Порой просто удивляюсь, что приходишь к людям, думаешь, что это, ну, простые зажатые офисные работники, ну, тут простые ребята, которые работают от 8 до 5, приходят в фитнес-центр, чтобы поработать над фигурой, но здесь вот участники фитнес-баттла меня удивили. Как ты считаешь, насколько необходимо участникам фитнес-баттла действительно быть раскрытыми творчески, актерски, ну и в целом энергетически вообще для того, чтобы завоевать призовые места? Любой человек от природы одарен, и он умеет и петь, и танцевать, но потом мы зажимаемся, и когда мы выходим на сцену, мы не знаем, что сказать. А здесь я так понял, что ребятам обязательно нужно будет в конце мероприятия выступить. Угу. И, соответственно, опыт выступления на сцене, актерское мастерство, показать себя, где-то приврать, где-то произвести впечатление на публику. Всем им это обязательно пригодится. Всем желаю удачи, успеха. Я верю, по-любому, кто-то из вас займет первое место, это 100%. Все верно. Для вас работали Антон Прохоров, Орангутан Антон Прохоров и Орангутан Андрей Али. Работаем.